Соревнований Олимпиады зимние игрища. Это уже ежегодное традиционное соревнование по сетевым технологиям Академии ЦИСКО. Мы рады, что вы нашли возможность участия в этих соревнованиях. Стоит отметить, что в 2014 году эти соревнования приобрели статус всероссийских. А вот в этом году, в 2015, это стало уже Олимпиадой международного уровня, потому что смогли участвовать команды из Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Туркменистана. Сегодня в финальное соревнование были приглашены лучшие студенты Академии ЦИСКО. К сожалению, не все смогли найти возможность приехать на это соревнование. И мы хотим особую благодарность выразить тем участникам, которые нашли такую возможность. Добрый день, будущие коллеги, как бы сказал предыдущий выступающий, да. Поскольку вы, видимо, выбрали уже, хочется надеяться, свое, так сказать, дальнейшее направление развития, и можете даже жизнь, да, связанной с информационными технологиями, безусловно, будет такой, с одной стороны, непростой, с другой стороны, очень интересный и перспективный.